Пашинян встретился с родными пропавших без вести и пленных военнослужащих. Армения Today. Премьер-министр Никол Пашинян встретился в правительстве с членами семей пропавших без вести и попавших в плен во время Арцахской войны военнослужащих и мирных жителей, сообщает пресс-служба правительства. Премьер-министр, вице-премьер Тигран Авинян, министр обороны Вагаршак Арутюнян, министр здравоохранения Арсен Тарасян представили информацию о проделанной работе по возвращению удерживаемых лиц, обмену телами погибших, обнаружению пропавших без вести, а также по приобретению и установке второй линии ДНК-тестирования и судебно-генетических исследований, говорится в сообщении. Отмечается, что подробно были обсуждены процессы, осуществляемые при участии Республики Арцах и при посредничестве Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста. Премьер выслушал членов семей и ответил на их вопросы. Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 0 часов 0 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахичеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.